Кто откажется от того, чтобы кататься как сыр в масле? Вот. Но кто будет готов катать кого угодно бесконечно в масле? После того, как это становится понятно, очевидно, что отношения требуют инвестиций. Они требуют своего вот этого отдавания. Да? Вот. Другое дело, что как мы вот на КТ онлайн и в красной таблетке, как я пишу, про эти долги, которые возникают. Да? Но вот это очень важная вещь, которая должна перещелкнуть в голове, когда ты понимаешь, что ты не одалживаешь кого-то, когда что-то ему даешь, когда катаешь его в масле. Вот. А ты вот как у экклезиаста, там, вот это, когда идет один, упадет, кто поднимет его. Вот. А когда идет двое, один упадет, другой поднимет его. Ну, это не, я не в долг его как бы, я его не облагодетельствую тем, что я его поднял, да? А просто мы идти можем только вдвоем.